А силовики надели парадную форму. Алматинцы вместе со всеми отметили День полиции. В мегаполисе их 6 тысяч. При помощи видеонаблюдения и внедрения современной техники улучшилась оперативность. Только за прошлый год по горячим следам раскрыли более 100 тяжких преступлений. Делимурат Муталипов продолжит тему. С недавних пор это озеро, расположенное возле аэропорта Алматы, все чаще стало патрулироваться полицейскими. И не безосновательно. В декабре прошлого года, накануне новогоднего праздника, здесь катались на санях трое 10-летних мальчишек. Внезапно лед треснул, и дети провалились. Одного ребенка спасти не удалось. Двое мальчишек отчаянно держались за край льдины. На улице было минус 20. Счет времени шел на секунды. Первыми на ЧП прибыли стражи порядка Турсибского РУВД. Капитан Ганис Салтанкулов и его напарник Мади Шумушпаев. Полицейские успели спасти ребят. Когда мы прибыли, уже наши сотрудники совместно с спасателями в лодке уже направлялись к утопающим детям, уже погрузили их в лодку. И обратно они, лед мешал им к берегу приплыть. И один из сотрудников наших спустился в воду в прямой форме и до берега толкал рукой метров 10. На сегодняшний день в мегаполисе служат 6 тысяч полицейских. Каждый день на пульт 102 поступают 4 тысячи звонков от алматинцев. Здесь город как на ладони. При помощи интеллектуальной начинки системы видеонаблюдения у алматинских стражей порядка улучшилась оперативность. Только за прошлый год по горячим следам удалось раскрыть 126 особо тяжких преступлений, совершенных на улице города. Еще 14 лет назад, когда в Алматы не было центра оперативного управления, данные статистики раскрываемости преступлений почти в 10 раз уступали сегодняшним показателям. Мы на сегодняшний день имеем возможность даже раскрывать преступления в сфере компьютерных технологий. У нас известно, что преступность не стоит на месте, но и в то же время полиция тоже шагает ногу со временем. И используя новшества в сфере компьютерных технологий, мы раскрываем тяжкие, особо тяжкие преступления. Стоит отметить, в последнее время отбор в правоохранительные органы стал намного строже. Большое внимание уделяется интеллектуальному и психологическому соответствию кандидата. Делается все возможное, чтобы ряды блюстителей порядка пополняли те, кто понимает, что профессия полицейский – это долг защищать даже ценой своей жизни всех, кто попал в беду. По-другому нельзя. Дильмурат Муталипов, Аль-Фараби Гусенцов, телеканал «Алматы».